Я заметил новую пушку в Тегенгане. Всем привет, я Данквиз. Сегодня покажу вам одну пасхальную штуку. Вот смотрите, да. Снимал он, вот смотрите. Привет, бойцы, с вами Ацветёнок. Сегодня в этом видеоролике мы будем... Привет, чикинцы! Новую пасхалку, разработчик специально... Гарри жмем на третье лицо и включаем эмоцию, где у нас танцует чикен с оружием. И посмотрите, здесь есть у нас такой коллаж, и есть вот такая пушечка, которую деду в чикен Гарри, ребята. И это, я думаю, пасхалка, разработчик специально так сделал. И, блин, я думаю, что это реально пасхалка. В магазине точно такой же пушки я не нашел. И давайте сейчас я вам это реально все покажу. Тут нету такой пушки, которая выглядит как та, которая у нас в руках. Видите, я листаю. Ничего нету похожего. Не, похожее, конечно, есть, но в точно нету. И я думаю, разработчик, может быть, специально так сделал, чтобы вы сначала подумали, то, что так и должно быть. Но в итоге, в следующем обновлении нам добавят эту пушку. И что, ребята, если вам понравилось это видео, всем пока, котики.